Всем добрый день, дорогие мои друзья и гости моего канала. Вот сегодня я вам покажу рецепт рулет в лаваше или рулетики в лаваше, как вам будет угодно. Вот лаваш у меня. Для этого понадобится еще 3 вот такие небольшие яблочка, 180 грамм творога у меня 5%, одно яйцо, 50 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара и 2 столовые ложки. Значит, яблоко я почистила и сейчас порежу на мелкие кусочки. Этот рулет делается очень просто, быстро. Если у вас есть лаваш, яблочко, творог, значит, берем яблочки и вот так просто небольшими кубиками, вот такими, я их сейчас все перережу. И закарамелизирую. Сахара надо будет высыпать в них. И на сковороде со сливочным маслом быстренько это все я сделаю. Разогрела масло на сковородке и высыпаю сюда яблоки. И 100 грамм сахара сейчас сюда высыплю. Одна чайная ложка. Вот так. Пустите сейчас мы закарамелизируем. Как только яблоки станут мягкими, все будет готово. Так, яблоки я сделала, они остывают. Теперь беру творог. Сахар сюда, 50 грамм. Ванильки пачечку, творожок. Так, сейчас я возьму ложечку чистую. Так вот перемешиваем. Можно добавить сюда изюм, но я не добавляю изюм. Яйцо. Сметана, 2 столовые ложки сметаны.
Опять все перемешиваю. Можно взбить на блендере это масло, чтобы было совсем однородное. Но мне нравится, когда вот творог прям кусочками маленькими присутствует. Чудесно. И дальше сейчас. Лаваш я разделила на две половинки. Разрезала. Вот одна и вторая. Пока она в сторонку уходит. Намазываю вот так нашим творогом. Еще раз говорю, что можно сюда добавить изюм. Кто любит изюм, по рецепту здесь должен быть еще изюм. Ну, вот я как-то так, без изюма. До концов не домазываем, чтобы удобно нам было все это завернуть. Вот наша вся намазочка и ушла творожная. Вот так. Дальше. А дальше вот она, вторая половинка лаваша. Сверху раз, положили. И теперь сюда яблоки. Растянем. Можно побольше положить яблок. Это позволяет. Рецепт это позволяет. Ну, я так в меру все кладу, чтобы у меня ничего не вываливалось. Вот так. Сворачиваем все в рулетик. Аккуратненько сворачиваем рулетик. Вот, смотрите. Вот такой рулет у нас получается. Его я сейчас разделю на две части. Буду укладывать в свой противень такой. Но сначала смажу сливочным маслом. Сейчас я покажу вам. Я смазала сливочным маслом все внутри. И вот так вот эту красоту укладываю. Если есть большой противень, то можно на большой. Посмотрите. И теперь я наш рулетик этот смажу яйцом и в духовой шкаф на 20 минут. И рулет, вкуснейший рулет, будет готов. Вот так смазываем. Хорошо, все смазываем, все краешки, чтобы у нас ничего не высохло, все было пропитано. Рулетик будет очень вкусный. Вот так прям все-все-все хорошо промазываем. Вот как раз все яичко сюда и ушло. Яйцо. Яйцо все сюда и ушло. Вот так.
все. И я отправляю в духовой шкаф на 20 минут. Температура 185 градусов. Вот, дорогие мои, вот такой чудесный получается рулет из лаваша. А внутри у него творог и яблоки. Сейчас я отрежу и покажу, как он выглядит внутри. Посмотрите, как хорошо и красиво выглядит рулет внутри. А сверху можно положить сметанки. И корочка у него хрустящая. И вот так с сметанкой. Очень вкусно. В меру сладко. Ну вот так, дорогие мои. Вот такой замечательный рулет из лаваша. Я рекомендую вам приготовить. Всего вам доброго. Не забывайте мой канал Family Vlog Пчелка ТВ. Подписывайтесь на него. Я всегда вас жду, и я всегда вам очень и очень рада.